блядь, сами кухню продолжаем. Так, пока мама готовит курочку, думаю, мы сможем пройти еще одну миссию так. Да, отлично. Так, убить политика надо. Так, единственное, нужно зайти в Винсенто, потому что нет них не надо. Леш. Ну что ты нам предложишь? Привет! Есть у тебя что-нибудь тяжеленькое, Винченцо? Тебе нужно подстрелить этого парня с большого расстояния, да? Я откопал для тебя лучшее оружие. Военные стараются устанавливать на обычных винтовках такой же прицел, как и на охотничьих. У меня есть винтовка Мосина. Придумана здесь, но русские усовершенствовали ее до уровня снайперской. Это хорошее оружие, точное. Выглядит неплохо. Надеюсь, работает так же? Если хочешь, то возьми еще что-нибудь короткоствольное. Никогда не знаешь, на что нарвешься в деле. Да? Чистая правда. Спасибо. Давай. Он даже не приближается, просто дальше стрелять. О. Так. Тачку надо бы выбрать. Подходящую и красивую. Ладно, давай, Рай. Эту. Никогда раньше такого замка не видел. Вряд ли открою. Да. Привет, Том. Я берег ее для тебя. Это удобная, вместительная, надежная машина. Думаю, она тебе понравится. Да, еще ее очень легко открыть. Ты навсегда говоришь. Спасибо, Ральфи. Что тебе нужно? Вот Ральф мешал их чуть ударить еще. Я забыл сказать очень важную новость. Я поносил эти вот кирпичики. Валь. Покажитесь, трусы. Раф, не надо, я ж пошутил. Только попробую, да, Арги. Что? Я бы прячу. Смотрите! Там было два бармена было, нифига они меня. Где вы? Вернулся, в общем, когда взламывал тачку. Я не помню, что там было, говно за говно. Ну да, Ральф, давай. Пока никто не видит. Спасибо, Ральф. Ральф, спасибо. За ключом. Где вы прячетесь? Сука, ладно, все сейчас нормально все будет. Хорошо, давай открыл. Никогда раньше так. Спасибо, Ральф, не видел. Вряд ли открою. Все окей. Ничего бы делаться, ничего. И погнали. Эй, мама, это реально. Перевыбрай все, мама. Опять долго грузится, я в точках сижу. Да. Четыре же плечо, тогда поприкалывался. Что-то не весело же стало. Ого. Близко. Мне вообще нравится, что близко все стало, я говорю. Неплохо, неплохо. Конечно, копов не привлекаем. Так. Заверну, чтобы нормально, как не каким-то сильно заворачивать его. Осторожней! С дороги! Напка. Ты чё? Ты меня решил погнать? Аккуратненько так получилось. Здорово. Срежись не надо, все. Перезагружаемся так.
Ладно, под музычку на сексуальный призм. Если бы знал, как тут можно было поднимать или опускать крышу. Прикольно был. Газ в пол давай. Кстати, прикольно то, что когда ворушивается машина, то она именно в твоей сейчас становится. Типа в гараж добавляется всякое такое. Спасорога, все, она твоя, говнюк. Ты не можешь выбрать, поставить ее или нет, она просто твоя. Так что погнали. Да, да, не уделяйте. Ладно, чего он такой слишком медленно? Если чуть превысим, но он никого не победит. Давай, погнали. Пэм-пэм-пэм. О, господи! Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм. Наконец-то, нормальная песня заиграла. Тут в центральном острове такое. А на том, наверное, острове будет вот там. Ну, а я же не могу показать вам. Ну, вы поняли, который возле моста этого, который через все города идет, типа. Тун-тун-тун. Мы ходим. Все. Здравствуйте. Эй, мистер, сюда нельзя. Мы здесь работаем. У меня жена и дети, пощади. Ну, вот моя лажила. Ложись. Посидите, даже нельзя, что такое. Ага. Нет, жалься, не убивай меня. Тебя музычка на улице везде играет, а тут ты. Пожалуйста, не убивай меня! Да, я не могу. Ага. А, типа перебираюсь всего лишь. Они показывали, как он забрался. Это самое интересное. Убейте политика из верхнего окна башни. Ставите мы. Парку. Собака. Хы. Так. Где-то башня, в чем прикол? Тюряга. Может, тут где-то. Парни, у нас гвоздь. Я тебя на пусто. Я понял. Покажи! Развели. А я должен. О, прикол. Ребята, он идет сюда. Откуда вы узнали? Надо. Боже мой!
Ага. А где винтовка? Ну, он бросает себе винтовку. Где, как выбросить этот кольт? Магнум давай. Магнум не нужен. А, памповое оружие. Да уж, как выбросить оружие, так сейчас смотрю. Управление. Ходьба, присесть, специальность. Следующее оружие. Нажение, спрятаться, оружие, бросить оружие. Backspace. О. Теперь все окей. Теперь у меня магнум, никто ничего не скажет. Не скажет. Я думал, что... У меня пара. О, сука. Проерок. Темно, страшно. Он здесь! А, умри же! Что у него? Опять попукал по диске. Я тебя прикончу! Неплохо, когда дадут того говна, я переключусь, это жесть. О май гэш. MLG. Куда же он делся? Эй, вот тебе еще! Да. Сложно говно, реально. О май гэш. Ребята, он идет сюда. Куда этот парень делся? Теперь ты умрешь, шутка. Спрятался. Я невидимка. Серьезно? Как люди 10 000 лет эволюции. Значит, еще хочется просунуть ручку. Ага. Господи Иисусе, здесь убийство. Вот ты говно. Не знаю, как перезаряжаться. Хотя надо тоже посмотреть, как перезаряжаться. Может есть присесть, перезаряжение, снаряжение. Перезарядить L. Почему L? Должно быть R, как по-мужски. О. Все, меняем на мужское управление. Сволочь, я тебя порежу. Где этот говнюк убежал? Вот. Он прыщ. Я вырежу на лице твое имя. Умри.
Отличненько. Все нормально? Все нормально. Так, полечиться есть что? Сколько там сидел? 200 лет? Блин, топовая подстава, кстати. Это говно, но это ролик. Нож всего лишь. Здесь хотя бы керамбит. Не говорит, чтобы слышать его. Внизу никого нет. Все сюда, быстро! Сука. Куда ускакал? Кто не скажет, что это москаль, я понимаю, но... Ага! Помогите! Ха-ха! Сдохни! Не очень. Сука, и умрём. И умер, кстати. Он был прав. Есть топовая. Кольт. Ладно, я сменил. На кольт и сменил. Кольт. Круто, где кольт? Это еще не тут перекататься надо. Он здесь! Умри же! Жесть. Ублюдок, я тебя прикончу!
Кто-нибудь, помогите! Ха-ха! Сдохни! Там чел с дробовиком. Только нежданчики стоял. О. Мы все равно тебя найдем. Я убью тебя. Умри, мразь. Сука. Что? Я слишком молод. Мило. Ты говно. Вот это жесть камикадзе просто. Мешает. Все, фух. Это было очень сложно. Он должен так прицелиться, нифига себе. Что это за сложнота? Ага. Все убежали, походу, зря это сделал. Ага. Ладно. Бейте полетите из верхнего окна. А тут не из окна, ууу. Интересно. Угу. Да уж. Сложнота так сложнота. Как там прицелиться было управление? Прицелиться, присесть. Прицеливаться мышь по оси X. Шо? Вот так вот. Сука, что-то непонятно. Прицеливание мышь по X. Тут сложно прикола. Сука. Политики из верхнего окна. Да, я понял, что убить надо. Только как? Собачки. Так. Ах, какой трудом мне. Как вообще эта политика выглядит? Это он, что ли, вот стоит, допустим. Он уже в машине сидит. Сейчас подождем, короче, будем ждать, что. Ладно, что подождем. Этот чудесный вид. Скелет на времени. Кубышек скоро есть, надо уже. А я все еще играю в эту мафию красиво. Сейчас будем с тречетом.
Не очень понятненько. Ладно. Все, ждем нормально. Что же сливать, чё? Чуваки, он с такого стыда спрыгнул. Чё, постоим? Постоим, последим, чё? Такая красивенькая. Я не понимаю, просто где полетит. Может, это около машины, вот он стоит. Может, ждать надо, проверим, что подождем. Подождем, что нам. Подкроем, позакроем дверь. Так. Походу ничего не меняется никогда. Нихрена ж непонятно. Как так это? Как вычислить политика? Может, надо как-то его вычислить? Где этот политик? Там много еще... Подожди. Там какой-то... Надо... Кто-то убегает, надо смотреть. От машины кто убегает там от кого-то. Ребенок все равно, кто из них политик. Непонятно. Если бы на нем было написано политик, я бы такой, а, да это ж политик. Сюда тоже умрут, никак, никак. Написали из окна убить, но тут окна нет, что это за вранье. Понятно, ни хрена. Будем, короче, я, короче, вам подожду, разберусь, но даже на паузу нужно ни хрена не понятно просто. Я, короче, вычислил по IP, походу вот они стоят, эти вот эти. Вот пить за палочки, такой кусок видно только. Нереально там не упасть. Омскому. Нотри ал. Куда такой пентик попал? Политики я вообще не знаю где. Где он? Короче, пробовать все попалось, только надо. Я пострел все, написал, в чем проблема, типа. Как приближать, да? И тут вот. На тот же снайпер указывать. Присесть у меня же. Присесть контрол. Все. Все, вставляйте и ищем теперь политика. Я думал, вот. Ага. Так, это просто так легко. Просто потому что не означает это вообще жизнь. Все.
Так, все, убегаем. Вижу, пропотел с этой миссией. Вообще жесть. Так, валя. О! Загрызли. Ага, еще должно быть политика. Я понял. Кью. Так. Свидетель. Да. Как так можно было? Просто берем. Все, давайте пока. Оп, валя. Ну еще иди сюда, пошли. Все я сделал. Все. Ну да, конечно, это жесть. Работает. Я думаю, уже. О! Все, окей. Это он, парень, о котором я говорил. Я сказал не двигаться. У меня жена и дети, не убивайте меня! Что? Он сел ко мне. Ну ладно, проедемся, чувак, чё? Мне не жалко. Что это такое, почему он сел? Да уж. Качает. Ладно, чё, проедемся, правда, не знаю, кто это такой. Я помню, у меня так же в GTA 5 было. Просто этот чувак сел ко мне на заднее сиденье и все. И я с ним поездил. Ой. Давай падай уже быстрее, оп. Все, погнали. Реально, что за хрен? Он сказал, я видел, но я видел, и кусил ко мне. Типа это мой фанат, знаете, такой. Я видел, я его фанат, давай, садись. Кашпотная миссия вообще, если не знаешь, что это за говно. Так это вообще без прицела нереально. Оказывается, этот режим снайпера еще не назначен. Что это вообще такое? Он меня убил. Это был враг, и он меня убил. Прикол. Это он, парень, о котором я говорил. Прикол. Я сказал не двигаться.
Довезу и потом переключу. Хы, прикольно, прикольно. Убил меня еще под конец. Говнюк. Ух, я подъехал в этот раз без этого говнюка. Офигел вообще. Сучка. Я его подвез, а он такой. Ты видишь. На говно. Спину мне выстрелил. Смотри у меня. А, какую машину дались? А можно никакую? Чисто для разрядки. Конечно. Сегодняшняя работа для разрядки, парни. Есть тут фирма, импортирующая сюда кучу предметов роскоши со всего мира. Вчера в порт пришло еще одно судно с товарами. И кое-что из списка мне приглянулось. Что у них есть такого, чего нет у нас, сэр? Ну, я уже 100 лет не курил приличные сигары. А у них там чуть ли не тонна. Сигары? Да, сигары. А что тебя в этом удивляет? Посетители наших клубов ценят хорошие и качественные сигары. Но они дорогие, и их трудно достать. Если нам удастся получить грузовик лучших сигар, нагрели бы на них столько же, сколько на среднем ограблении банка. Что? О, Господи. Привезите мне грузовик сигар. Поле, объясни им. В общем, вот что. Поле, что за хрень творится? Какого хрена я должен знать, Томми? Мы просто должны спереть грузовик дорогих сигар. Они нужны Дону, они стоят денег. Вот нас за ними и послали. Мне показалось, что для него это как-то мелко. Забудь об этом, Том. Сигары стоят в порту, упакованные в ящики. Нужно погрузить их на грузовик, потом уехать из порта. Но сначала нам надо попасть внутрь. Как мы это сделаем? Охрана в порту теперь покруче, чем во время Морелла. Точно. Просто так туда не вломишься. Так что придется сыграть по-хитрому. Свистнем один из грузовиков, которые развозят по городу товары. На этих грузовиках такие надписи. «Атлантический импорт». Мы подождем, пока один из них выйдет из порта. Проводим его до тихого места, где нет копов, и загородим ему путь. Несколько выстрелов в воздух, и водила выскочит, как миленький. Когда заберем его бумаги, один из нас сможет попасть в порт. А несчастного придурка что, грохнем? Не, это геморрой. Просто вытащим его из машины и обыщем. Ты отведешь грузовик в порт, Томми. Погрузишь на него ящики с сигарами, а потом встретимся в условленном месте. Ага, я загружу их один, разгружу их один. Потом, может быть, еще выкурю парочку. А вы-то что будете делать? Мы подождем недалеко от порта в условленном месте. Если кто-то сядет тебе на хвост, мы с ним разберемся. Потом отведешь грузовик в точку встречи. Ага, ясно. Как я узнаю эти ящики? У них на боку написано «Импорт-экспорт Скорсезе». А условленное место? Поедем туда, я тебе покажу. Сначала надо поехать туда и достать грузовик. Ну что ж, вперед. Это... А это будет сделано в следующую серию, и я узнаю баг в этой миссии, которая сейчас будет. Поэтому всем пока, с вами был Игрука.